Ну давай! Геральт. Да, Геральт? Как ты себя чувствуешь? Так себе. А почему ты спрашиваешь? Я хотел узнать, как твоя рука. Все заживет. Слушай, это была моя идея. Я знала, на что иду. Тебе не нужно обо мне беспокоиться. Может, сменим тему? С удовольствием. Я сама хотела это предложить. О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение и даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда и готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить, но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Чего ты боишься? А вдруг это ловушка? С одной стороны, я бы не хотела упустить такой шанс. Нам же очень нужны деньги. А с другой... Никто не может требовать, чтобы ты рисковала жизнью. Я сама этого от себя требую. Беда в том, что раньше с этим было как-то проще. Раньше я не знала, как это — оказаться в лапах охотников. Ты же могла бежать в любой момент. Я знаю, но я так испугалась. А если меня закуют в настоящий двемерит, ты же не всегда будешь рядом. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. Но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали не охотники. Хорошо. Встретимся на месте. Стражников берегись, они хуже разбойников. Шевелись, плотва. Но! Как же было дело с Фолькестом-то? Шевелись, плотва.
Отдохни. Страдаю от бедности. Вечный огонь, ну почему я? Эдит, я тебя видел. Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Да? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю. Но не с вами я должен был встретиться, сударь. Если хочешь поговорить, с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Сюда. Здесь недалеко. Эх, и жить не хочется. Thank you.
Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка, где госпожа Меригольд? Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий — это Вальдо Мурис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, вы и правы, госпожа. Я просто не ожидал, потому что госпожа Вигельбут... Если мы уже соблюли все шпионские формальности, может, скажешь кто-то? Я лакей госпожи Вигельбут. Я не хотел вас ничем обидеть, господин. Почему госпожа Вигельбут не встретилась со мной лично? Она слежки боялась. В последнее время она ужасно нервничает. Выкладывай уже, в чем дело. Дело в сыне госпожи Вигельбут. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и про это пронюхали храмовые стражи. Храмовая стража — это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Вигельбут подкупила. Но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Откуда Ингрид Вигельбут знала, что надо обратиться именно к Трис? Мы слышали, что госпожа Меригольд помогла исчезнуть Мире Байс, когда на ту вышли охотники. Мира несколько раз оказывала госпоже Ингрид магическую помощь в ее... хворе. Похоже на правду. Мира говорила, что занимается какой-то аристократкой. Похоже, Альберт должен исчезнуть как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбут сумеет незаметно выскользнуть из дома? К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал-маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вигельбут думает, что за всей прислугой следят. Хорошая мысль. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников. Особенно, если хотя бы половина слухов о балах Вигельбудов окажется правдой. Кажется, на последнем балу подали 100 разных десертов, а фейерверки пускали до самого рассвета. В этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться 85 десертами. Засахаренные лепестки голубых роз из Назаира нынче очень трудно достать. Ах, как бы я хотела все это увидеть. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только, 85 десертов. У тебя по-прежнему 22 дюйма в талии? Прекрати. Как мы попадем в имение? Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Удачи вам. Может, идем сразу туда? Смеешься? Нам нужно приготовиться, переодеться, а самое главное — купить маски. Ты знаешь лавочку Элихали? Я уверена, там есть все, что нужно для бала. Я там был как-то раз. Элихаль — приятель Лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета? Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне.
Эй! Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Я бы взглянул на твой товар. Разумеется. Прошу. Прощай. Не задерживаться! А ты из какой деревни будешь? Из Вербицы. Это в Тимерии. 2 дня пути от Визины. Тоже хочешь подзаработать? И что же случилось с этим целителем? Что-нибудь случилось? Я шел себе, ковылял по своим делам. Опять этот седой. Целый день двери не закрыл. В отличном настроении. Ну и что? Ничего. Такое оживление тебе к лицу. У тебя уже все есть? Можем идти? Ты разузнала что-нибудь про этого Альберта? Среди чародеев о нем почти никто не слышал. Скорее всего, он просто любитель. Тогда почему стражи и охотники им так интересуются? Потому что он легкая добыча, разумеется. И именно поэтому мы должны ему помочь. Все готово, можно идти. Жаль только, что ты оделся не так, как я просила. Ты правда думала, что я натяну кружевной воротник и штаны с оборками? Ты бы выглядел замечательно, даже в турнюре. Лучше не буду спрашивать, что это такое. А тебе придется довольствоваться костюмом ведьмака. Так что, идем?
Приветствую уважаемых господ. Мы гости госпожи Вигельбуд. Покажите, пожалуйста, приглашение. Все верно. Вы найдете госпожу Вигельбуд во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Это должно быть какая-то ошибка. Ты же знаешь, зачем мы здесь? Разумеется. Но у меня приказ. Проследить, чтобы все гости вошли во владение госпожи без оружия. Зараза. Желаю удачного вечера. Как здесь красиво. Я ужасно давно не была за городом. Но как он мог с этой тощей вертихвосткой? Не ной, это не единственный мужчина на свете. Но он я не в настроении. Где я такого еще найду? Не делай так больше. Ну вот. Извиняюсь. Эй, Вивиана, не притворяйся, что ты меня не узнаешь. Что ж ты старых друзей не узнаешь? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не валяй дурака, Вивиана. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, конечно, строить из себя благородную, но пока этот барон Эдвард тебя из канавы не выловил, ты была обычной. Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знает. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Правду говорят, чем меньше может, тем больше платит. Пойдем, Трис. Не будем устраивать скандалов. Эй, Вивианна! Ты мне больше нравилась, когда работала в каретах у Пассифлоры. Вернись назад. Отвратительный тип. Я еще с тобой не договорил. Терпимость и суеверия всегда были свойственны глупцам. Набрался же он. Морец? Что ты здесь делаешь? Малютка Мерегольд. Ну и ну, а я думал, будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась. Но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда? Если хочешь, можешь присоединиться к нам. К вам? Это к кому же? Среди них есть и твои друзья. Когда мы все соберемся, я выведу вас. Ты выведешь? Прости, Мерегольд, это все равно, что дать себя вести хромому утенку. За сим прощаюсь. Он мне не понравился. Обязательно было с ним разговаривать? Это мой старый знакомый. Морец Диффентель. Я потом тебе расскажу. Давай посмотрим, что здесь. Ну чего ты любишь? Пойдем с кем-нибудь поговорим собственную скупость. Ну иди. Одной? В хорошую погоду. Скучно. Грегор, ты Деркхофа не видел? Минуту назад... О, простите. Я перепутал вас с моим другом. У него похожая маска. Ничего страшного. Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Ну время же, уважаем. Инвестировать в драгоценности. Что за бестактность? Кто желает быть следующим? Прошу.
Сударь Диванон освободил место у стола и уже, должно быть, не вернется. А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил. Так что, сыграем? Первым вашим соперником будет граф Вальдемар де Крот. Он может позволить себе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. Играем. Что ж, еще партия? Если карта идет, нужно этим пользоваться. Ваш следующий противник — граф Гамо Селин. Его отец в рассвете лет проиграл фамильное имение в долине Нимнора. Гамо пошел по его стопам. Однако не следует его недооценивать. Отчаянные игроки опасны. Играем. Тут трудно сработать. Вечный огонь пылает и все такое. Thank you.
Ну, теперь нужно отыграться. Ваш следующий противник — граф... Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Пойдем с кем-нибудь поговорим. Хорошую погоду со стен можно увидеть знамена. Грегор, ты Деркхофа не видел? Минуту назад... О, простите. Я перепутал вас с моим другом. У него похожая маска. Генерал Воркис? Геральт из Ривии. Значит, я не так уж и ошибся. Очень приятно. А это... Прекрасная незнакомка. Подождем с формальностями до конца приема, когда все снимут маски. Ведь так забавнее, правда? Вы правы. А теперь прошу простить, мне правда нужно срочно найти Деркхофа. Приятного вечера. Вы меня искали? Кто желает бы... А что с ним что? Какие-то... Так что, первым вашим... Он может позволить... Играем. Голодранцы. Thank you.
Что ж, еще пар? Ваш его. Однако. Играет. Что ж, еще партия? Если карта идет, нужно этим пользоваться.
Сударь Мариус Флорин. Говорят, благодаря амулету из кости Риггера он никогда не проигрывает. У меня есть иное мнение на этот счет. Играем. Так что ж, еще партия. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Ну как? Кто выигрывает? Пока никто. Грегор, ты... О! Где? Приквит. А теперь... Не прикасайся ко мне! Кто жил? А что? Какие... Так что первым... Он... Играет.
Что ж, важно... Играем.